Ирина Рогдина, Алексей Умаров. ЦСКА, город Москва. Если бы все сначала начать, ты бы стала заниматься фигурным катанием? Ну, я вам говорю, что, в общем, родители меня отдали заниматься фигурным катанием. В общем, в таком возрасте, когда я еще сама выбирать не могла. Сейчас бы, может быть, я и не стала заниматься фигурным катанием. Почему? Не знаю, мне все время казалось, что, в общем-то, я создана не для такого вида спорта, если бы я вообще была в спорте. Мне больше нравятся такие очень... агрессивный, что ли, вид спорта. Например? Ну, например, футбол. Только не смотреть, я люблю сама играть. Баскетбол очень люблю. Если даже где-то она сама в душе, она думает, что только она способна на какую-то искрометность, мне кажется, что просто это даже в душе у нее заблуждение. Потому что она нас, и, как говорится, способна и на большую лирику. Скрытный, это он самый скровенный держу в себе. И нету такого человека на свете, которому вы могли бы с этим сокровенным прийти, даже Станислав? Станислав, понимаете, я ему... меня, в общем, спорт сейчас занимает очень большую часть жизни, поэтому, естественно, очень во многом, понимаете, я с ним советуюсь. И в отношении спорта, и в отношении даже жизни. Но самое сокровенное. Самое сокровенное у меня. Скажите, Ирина, вы получаете удовольствие от выступления? Ну, не удовольствие, скорее. Это вот, если хорошо программу прокатаешь, вот так, как ты хотел. Ну, понимаете, не всегда так получается. Ну, близко к тому варианту, как ты хотел. Тут не удовольствие, а удовлетворение какое-то.
Во всяком случае, все основные соревнования, такие крупные соревнования, у нас никогда не проходили спокойно. С одной стороны, мы где-то жалуемся, что сколько можно, а с другой стороны, это, конечно, и в этом-то может быть и счастье.